Жительница Челябинской области вменяется кража, совершенная в крупном размере. Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры, когда неустановленным на тот момент лицом у жителя Пицунды была похищена барсетка с деньгами в сумме 65 тысяч рублей и документами потерпевшего. Задержанная по подозрению в совершении хищения чужого имущества Бикмулина Альфия Асхатовна, 1969 года рождения, уже дала признательные показания в содеянном. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с оперативным составом отдела внутренних дел по Гудаутскому району и отделением милиции города Новый Афон при обследовании жилища по месту временного проживания подозреваемой обнаружили и изъяли похищенное имущество. Гражданка Бикмулина решением суда Гудаутского района заключена под стражу сроком на 2 месяца. Расследование проводит следственное подразделение Гудаутского РОВД.